Эх, ну шо, ребятушки, всем доброе утро, надо вставать. Погнали. Так, ну шо, ребятушки, проснулись, потянулись, как говорится. Рыбоньки все на месте. Байрактар на базе. Сейчас покормлю Байрактара, да? Багира тоже на базе. Так, ребятушки, с утреца решил пожарить голень. Ну, не, как бы не только на себя, на всю семью. То вы там напишите, что как 5 яиц я съедаю сам за раз. Это на всю семью, как бы голень. Я съем 2 штучки. И сейчас, надеюсь, мои приедут и пойду на трешу с малым. А, конечно, что должен сказать, готовить не только на себя, а на нескольких человек, это не так-то просто. И не так-то быстро, ребят. Ну, мои уехали, я вам говорил, да, вот когда мясо жарили. Поехали, короче, малому ж уже как бы возраст, надо паспорт делать, да. Поехали на такси втихаря. Не захотели, короче, чтобы я ехал. Ну, сами понимаете, да, почему, какое как бы сейчас время. Сказали, лучше мы на такси съездим, так будет спокойнее. Говорит, отдыхай, тут займись там, короче, пожаришь там, то все. По телефону я только что позвонил, когда проснулся. В общем, занимаюсь, ребятки. Кстати, вон видели, потолок отклеился как. Сейчас видите, ребят, как прилетает, что, собственно говоря, отклеивается пенопласт. Вернее, не отклеивается, если вам видно, отпадает вместе со штукатуркой. Видите, вот, побелка, штукатурка отпадает. И пенопласт вместе с этим. То есть клей-то держит хорошо, а вот штукатурка обсыпается. Надо вилочки, все это тоже поубирать. Чаечку тоже приготовил на всех, на троих. Так, там еще машинка стиралась, в общем, вывесил. Короче, дядька Сашка сегодня на хозяйстве, ребятки, как-то так. Липаховичи тусуются. Все, чики-бомбони. Блин, ребят, тоже своей, короче, звоню, говорю, ну нафига, говорю, вы так сделали, говорю, втихаря поехали сами. Первое, говорю, такси сейчас не дешевое, ну, по факту, да, как бы бывают эти коэффициенты и так далее, и тому подобное, ну, вроде бы вызвали любимое, но тоже, говорит, доехали вот туда, уже 250 гривен в одну сторону, на секундочку, да, как бы не дешево. Я говорю, так бы заправили газ в машину, потому что в машине там газа осталось литров 10. Ну, как говорится, хозяин-барин. Как-то так. А Мецюря спотунет, фиг разбудишь. Видите, какой мы... А, вон ты, манюнька. Ты там топчуешь? А я говорю, тебя не разбудишь. Моя ты зайка. Полни щеки понабывала, да? Полни щеки понабывала. Ой-ой-ошеньки. Передавай подписчикам привет. Скажи, покусай, покусай. Короче, ребятки стоят уже, говорит, в очередь, где 40 минут. Жена, говорит, стоит. Приехали вовремя. Ну, вот эта вот женщина что-то там, говорит, тянет резину, не выдает, в общем, паспорт выдать и все, ну, то есть физический паспорт, надо просто отдать и все, чтобы малый расписался, все. Ну, говорит, что-то там, не знаю, что она там делает, что она там расчесывается, губы красит. Ну, как бы маем и шо маем. Говорю, что там так долго переживаю, что же за них. Потому что как бы за 3-9 земель, понимаете, туда ехать 22 километра, что-то такое, посмотри, ну, как бы расстояние не маленькое. Так тоже, блин, такое время, понимаете, ребят, как вот вам объяснить, хочется всем быть гуртом, хочется всем быть вместе. Они вот это, одни поехали туда, я остался здесь, ну, короче. В общем, майму шо майму, такие движняки, как бы, семейные. Зато я вон по хозяйству, дядька Сашка, наготовил, стирку поразвешивал. Сейчас еще пойду, что там, посмотрю, во дворе, может, что покоцаю, там дровишки или что-то еще. Ребятки, в общем, надо выключать, сейчас автоматы повырубаю. Так, ребятушки, короче, это трэш. Лежал только что, блин, надо доставать фонарик. Фух, жопа. Так, достаем фонарик. Короче, начал мигать свет, начал мигать, со своей разговариваю. И побежал, вырубил автоматы. Сейчас вам покажу. Короче, фонарик нам понадобится. Включаю на... дневной свет, благо мы этот фонарик приобрели, кстати, уже стоит бешеных денег. В общем, гасят, короче, ребят, надо бежать. Короче, ребзя, повырубал автоматы, повыключал. И такого еще не было, короче, никогда, вот фонариком, видите. Прикол в том, что лежу, со своей разговариваю, говорит, что еще до сих пор не получили. Малого то заводят, то выводят, короче, ну там со своей вот эти мульки с этим паспортом. Туда-сюда начинает, короче, у меня был включенный компьютер, я вам там видео монтировал.
теги там расставлял, все такое. И начал вот этот транслировать. Блин, еще телефон этот садится, не садится, блин, память, короче, забивается, не хватает. Не могу вам рассказать нифига, что в этих всех попыхах, на нервах, туда-сюда. Короче, в общем, такая фигня, начинает трансформатор, как вот, знаете, подвывать, там, вум-вум-вум-вум-вум-вум, вот такая вот херня, короче, происходит. И я понимаю, что смотрю на телек, и телек включился, выключился, включился, выключился, и также же компрессор у рыбок. Думаю, блин, надо, короче, бежать, выключать этот самый автоматы, потому что, блин, погорит, может, вся техника. Вот, в общем, такая вот эта херня, ребят. Теперь звоню, значит, своей, сети нету, дозвониться я не могу. Кое-как дозвонился, короче, малому, он говорит, что сидят они, короче, уже в бомбоубежище. В общем, такая ситуация. Что там, как там, не знаю, пиздец. Я, блядь, переживаю, не могу вам даже передать. Потому что там еще такое место, понимаете, опасное там, где они находятся. Фух, вот это, конечно, трэш. Так, ну, реально, понимаете, в такое время надо быть, бляха-муха, все вместе. Лучше бы, как бы, я там бы был бы, мы бы были вместе, там, машина, не машина, сели бы, ехали что-то делать. А так, вообще, хрен победишь. Я вот сейчас себе место не могу найти, что и как его делать. Блин, пацаны, короче, еще звонил только что этот самый сосед. Звонил, короче, сосед, говорит, подойди там к бате, что там батя, что там с ним, как он там переживает за него, жив-здоров, там тудым-сюдым, говорит, потому что тоже на работе у него там очень весело, говорит, аж бетонное здание трусилось. Короче, пойду сейчас до соседа стучаться, а я говорю, как я тебе сообщу? Говорю, смотри, я говорю, здесь, говорю, я нормально, как бы жив-здоров, слышал, но, говорю, где-то вдалеке, типа, гэпало. Говорю, если, ну, батя тут в 5 метрах от меня, как бы, дом, говорю, значит, и с ним, типа, все в порядке, не переживай. Ну, сейчас все равно пойду соседу скажу, чтобы как-то там держал связь, я какая связь, если ни интернета, ни света, ничего нету, не знаю. Так, короче, ребят, сходил я к соседу. Короче, картина вообще с этим соседом, немного, конечно, меня повеселило, это такие тоже смешки, сами знаете, ну, это уже и смех, и грех, и дурдом, короче, веселка и сверху бантики. Стучу, стучу, сосед не открывает, ну, сами понимаете, наверное, почему, как бы вот, стучу, стучу, потом думаю, какого хера я стучу, открою, все равно собака меня не покусает, она как бы меня знает, пойду в дом, думаю, ну, мало ли, можем там с кем-то в доме, фиг его знает, пацаны, как говорится, да. Короче, и вижу такую картину, захожу во двор, у него, короче, в беседке погреб. Раз, голова, как у суслика, короче, вылазит у соседа, поняли? Вылазит с погреба, ну, типа, с пола, там такая ляда. Вылазит, говорю, а вы что там, говорю, делаете? Да в погребе же, говорит, прячусь, ты, говорит, слышал, как гахало, блядь. Хер его знает, может, я тут как бы не так как-то слышал, или вот это на эмоциях, я не могу понять, но... Блин, сосед, короче, вообще в шоке. Я говорю, ну, типа, говорю, звонил там сын, говорю, тудым-сюдым, типа, я ему, говорю, объяснил, с ним все нормально, говорю, как-то держите там связь, не знаю, говорю, правда, как, голубями отсылать, хер его знает, там, биологическим оружием, блядь, письма. Не понимаю. Короче, вот такая ситуация. Сейчас своим буду пытаться как-то звонить, писать, интернет раздавать со всех телефонов, что есть там, как-то я не знаю, потому что у меня, короче, и на счету только на одном Киевстаре только бабки есть. Как-то так, короче. Короче, пацаны, этот самый, пришла теща. Ребят, сразу котельчик побольше, чтобы рыбки не замерзли, не выдыхали. Теща с под обстрелов выбралась с базара, нажарила вот таких вот мне крендельков. Это слоеное тесто и, короче, там фаршик внутри со сметанкой. И молочко. Сейчас мы смыканем с Зевсом. Зевс, по-братски, по-братски. Все по-братски у нас с тобой, ты же знаешь. Вкусняшечку тебе. Любимец нашего канала. Так, ну что, ребятушки, мои приехали, собственно говоря. Море впечатлений. Потрачено 500 гривен на такси. Паспорт так и не получили. Маймо, шо маймо. Кстати, такси стоял и ждал. И все эти 2 с лишним часа ни одного заказа ему и не пришло. Вот такие делишки. Ну, слава богу, что все, как говорится, все нормально. Так, ребятушки, ну что, вот фонарик. Кормлю рыбок, вот корм в экстренных условиях. Понасыпал им, компрессор не работает. Неизвестно, сколько не будет воды и света. Ребят, вот это и пригодился мой фонарик такой. Вот тут дневной свет поставил. Чикс и рыбки кушают. И в хате светло более-менее.
Кстати, похавают, потом мальков покормлю. Обогреватель тоже не работает, включил сразу котел. Так, ребятки, теперь с этим фонариком будем кормить мальков и наших рожениц и тех, кто лечится. Вот здесь вот, видите? Они, конечно, немножко в шоке, но ничего. Главное, что тепло. Надеюсь, будут живые. Ребятки, покормил мальков. Видите, все четко. Покормил этих рыбок тоже. Так, ребятки, тут у меня вообще, видите, свечка рыбкам, чтобы какая-то была активность у них, чтобы они подоедали корм. Окна же светомаскировка, там чуть-чуть открыл окна, но это не помогает. Здесь фонарик делает свое дело. Зевсуня! Зевсунь! Зевс! Зевс, иди сюда! О, идет, идет. Идет наш талисман. Иди сюда. Зевс, на. Зевс, иди на. Дождяра там, говорит, мне что делать нечего. Зевс, подписчики тебе передавали этот самый. Ужин в постель. Держи. Спасибо, ребят, за донаты. Зевсунь, вкусняшка привалила. Да, Зевсунь? Пацанам спасибо передаешь? Так, хвостиком виляет. О, в будке ты там-то разберешься с ней. По красоте все, да, Зевс? Магомед, как там? Гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Катушки, лежу, короче, в шоке. Дали свет. Смотрите, все чики-бомбони. Так, надо еще рыбок включить. Сейчас компрессором сразу почистить, чтобы хорошо так максимально дул. Как хорошо, что я купил водорослей, ребятушки. Хоть рыбки не задохнулись. Так, здесь работает, здесь тоже компрессоры все включаем, свет, чтобы все нормально. Часть отключаю приборов, потому что автомат слабенький у нас, потом как все включится и вырубится автомат. В общем, как-то так. В общем, живем. Слава богу, дали свет. Так, ребятушки, сегодня, конечно, денек трешовый, я вам должен сказать. Куча эмоций пережита, но слава богу, дали свет, все как бы нормально. Ребятки, всем добра, бабла, позитива, вода есть, газ есть, свет есть, уже надо радоваться этому, самому минимальному, чашечку кофе выпил с утра и кайфуй, братишка, не надо ждать там мерседесов, лексусов, каких-то там еще чего-то, минимальному, там съел какое-то пироженце, уже кайфуй, там бутерброд и все такое. В общем, ребятки, погнал я дальше тут заниматься своими по хозяйству делами. Этот самый надо зарядить, кстати, фонарик бы высадил за сегодня. Всем, в общем, добра, бабла, позитива, мирного неба над головой. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграм-группу по ссылке внизу в описании. Также, кому нужна страховка, залетайте по ссылочке, сможете сделать с 10% скидкой на свой автомобиль по моему промокоду таксикул21. Всех обнял до хруста, мирного неба, пока-пока, до новых встреч.